Конан, тебе неведом страх. Конан, врагов повергнет в прах. Все земли и моря ты обошел не зря. Близка победы заря. Конан, самый могущественный воин из всех когда-либо живших на земле. Его цель — разрушить заклятие, превратившее его семью в каменные изваяния. Он должен избавить мир от злобного Сета, навсегда отправив его в другое измерение. Для этого ему придется сразиться с предводителем змеиной армии Сета, жестоким Ратамоном. Конан, смелей гляди вперед. Конан, тебя судьба ведет. Все земли и моря ты обошел не зря. Встает победы заря. Приключения Конана Варвара. Лучший вор Шедизара. Жизмин, ты уверена, что это то место? Лучше драться со змеями, чем просить помощи у таких, как эти. Если ты хочешь оживить своих родных, мы должны заглянуть под каждый камешек. В смысле, все испробовать. А кто это? Давай! Пусть полетает! Бросай! Почему бы тебе не выбрать противника по своему размеру? Если ты настаиваешь, варвар. Посмотрим, как тебе это понравится. Ну, кто следующий? Незнакомец, почему мешаешь нам веселиться? Защищаю маленьких и слабых. Кого это ты назвал слабым, чурбан? Занимайся своим делом. Вижу, ты сумел заслужить вечную благодарность коротышке Вилли. Никто не может смеяться надо мной. Встань и дерись, пьяный мужлан. Конан, не будем забывать о нашем деле. Погоди-ка, кто это у нас здесь? Никогда не видел такой красотки. Что? Пошли, девушка. Ага. Не советую показывать характер, красотка. О! Оставь ее в покое, или тебе придется иметь дело с мечом Конана Кемерийского. О, кемериец! Предупреждаю тебя, варвар, отойди в сторону. Иначе тебе придется иметь дело с клинком Нанока-мошенника. Нанок? Конан, стой! Это тот человек, которого мы ищем. Этот мужлан? А тебе идет слава, как о лучшем воре Заморы. Да, это правда. Ты должен помочь нам украсть черное кольцо у Ратамона. У Ратамона? Ты принимаешь меня за идиота? Он самый могущественный колдун в Стигии. Много раз я дрался с колдунами, и они каждый раз пытались превратить меня в жука, червя или в труп. Нет, с меня довольно колдунов и магов. Их лучше оставить в покое. Забудь об этом, трусе, Жизмин. Отдохнем, а завтра узнаем, что предложит нам Грей Вулф. Жизмин? Подходящее имя для такой красотки. Не хочешь ли поцеловать Нанока? Мне жаль тебя, красотка. Ты не знаешь, от чего отказываешься. Ну, как идет игра? Нас обнаружили! Это должно быть Конан! Взять его! И они приняли этого мужлана за меня? Ну ладно. Мужлан или нет, но он нуждается в помощи. Что? Мои звезды? Нанок украл их. Вот почему они изменились. Вернитесь! А!
Наше оружие сделано из звездного металла. Он возвращает змеям их истинный облик. И когда звездный металл касается их, они отправляются в другое измерение, где находится их хозяин, Сет. А? Что за шум? Недул пытается поспать. Клянусь Иштаром, Феникс, вы двое напичканы магией. Уходите, оставьте меня в покое. Неблагодарный, мы спасли тебе жизнь. Оставь его, мы не нуждаемся в помощи такого труса. Постойте, я не настолько глуп, чтобы выступать против Ратамона. Но здесь, в Шедизаре, есть один колдун. Говорят, что у него есть магический талисман. Если вам удастся заполучить этот талисман, возможно, вы сумеете использовать его против Ратамона. Вот она, башня Бартукиса. Вам придется потрудиться, чтобы перебраться через стену. Зачем? Мы просто заберемся на это дерево. Конечно, попробуй забраться. Твоя поспешность вызовет к жизни достойного противника для твоей очаровательной подружки. Меня не интересует твое мнение. Кром! У тебя явно есть опыт общения с колдунами. Запомни, следует избегать очевидного. Поднимайтесь! Пока все идет хорошо. Я быстро разделаюсь с ними. Нет, ты разбудишь колдуна. Я сам займусь ими. Видишь, мой способ намного тише. Да, но что будет, когда они съедят мясо? В мясе сонный порошок, пусть поспят. Но как мы попадем внутрь? Погодите, окно. Надо забраться наверх. Слишком много усилий. У колдуна должен быть более простой способ попадать в дом. Что у нас там? А, конечно, Сет. Как ты догадался? Все колдуны ненавидят Сета, хотя и притворяется, что поклоняется ему, но на самом деле им нужна лишь его сила. Храбрец присоединился бы к нам и стал бы драться с колдуном. Храбрец или глупец? Я сделал то, что обещал. Прощайте. Проклятый мужлан. Забудь о нем. Нас ждет колдун. Место кажется мне очень знакомым. Надо остановить ее, пока она не разбудила. Поздно! Кто посмел потревожить сон? Вы? Ты? Вы те негодяи, которые уничтожили мою звезду трансмутации? И превратили меня в того, кем я являюсь сегодня. Но теперь я отомщу вам. Звезды больше нет. Но у меня осталось это. Древний янтарь Ахерона. А-а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 
глупый варвар. Твой меч притягивает к себе свет янтаря. А теперь вы увидите истинную силу янтаря. Силу, способную заключить моего врага в янтарную темницу. Конан! Меня это не касается, клянусь Иштаром. Ну! Ты проворна, девица, но тебе не удастся вечно уходить от моих ударов. Итак, красавица, теперь ты обязана мне жизнью. Не хочешь ли поцеловать меня в знак благодарности? Нанок, мы должны придумать, как освободить Конана. Зачем беспокоиться? Мы с тобой будем идеальной парой. Мы должны помочь ему. Понятно. Я не знал, что ты любишь его. Я не люблю его. Он просто верный товарищ в борьбе против Ратамона. Ага. Успокойся, красотка. Я часто дрался с колдунами. Как только мы разобьем магический объект, с помощью которого было наложено заклинание, проклятие будет снято. Не понимаю, раньше всегда получалось. О, Конан. Эти колдуны становятся умнее с каждым днем. Увы, мы пытались. А теперь вас ждет его судьба. Что же будет с Конаном? Колдун слишком могущественен, красотка. Нам нельзя возвращаться. Меня зовут не красотка. Мое имя Жизмин. Нам нужен Грей Вулф. Кто такой Грей Вулф? Колдун. Хороший колдун. Таких не бывает. И где мы найдем этого Грей Вулфа? В Сентосе, городе колдунов. О, целый город колдунов. Да сохранит меня Иштар. Поехали! Пора тебе преодолеть предубеждение против колдунов. Никогда, нигде я не видел столько волшебства. Здешние колдуны могут управлять всеми элементами. Землей, воздухом, огнем и водой. А где же твой Грей Вулф? Вероятно, в великом храме магии. Там колдуны изучают магию и оттачивают свое мастерство. Но как мы попадем туда? Позвольте мне! Благодарю тебя! Вот он, Грей Вулф. Я ждал вас только завтра. Но где Конан? И кто это? Я Нанок. Грей Вулф, Конан схвачен. Он пленник колдуна из Шадизара. Тогда мы должны действовать немедленно. Мьюта Орум Саванти! Нанок, чего ты ждешь? Вы хотите, чтобы я полетел на этой тряпке? Нет!
Перестань, дорогая. Я знаю, что ты не можешь устоять перед моими чарами, но... О, собака! Фу! Что происходит? Где мы? Что мы делаем? Скажите! Итак, варвар, ты хотел обмануть меня. Тебе пришлось дорого заплатить за это. Тебе никогда не уйти отсюда. Ошибаешься! Скоро он будет свободен. Что, один из колдунов Ксентоса? Значит, сегодня и ты станешь моим пленником. Никогда! Вы попались. Саша, Миша, нет! А теперь вы... Прыгайте! Вот мы и встретились. И мое оружие намного могущественнее твоего. Фулмине Иктус! Сдавайся, колдун. На моей стороне сила древнего Ахерона. На моей стороне моя собственная сила, отточенная за годы учений, удвоенная звездным металлом, упавшим с неба. Победа будет за мной! Я в этом уверен! Нет! Неплохо. А теперь уничтожим эти янтарные оковы раз и навсегда. Теперь ты, мой друг. Конан! О, Конан! Жазмин! Грейвулф, вы освободили меня. Вроде того, похоже, ты нравишься красотке. Нанок, ты тоже здесь? Но я думал... Он спас мне жизнь. Благодарю тебя, Нанок. Колдун! Похоже, сонный порошок больше не действует. Нам больше нечего здесь делать. Мы возвращаемся в Ксентос Мьютаорум. Ну, вы идете? Нанок, ты научился доверять мне. Саванти! Возможно, хорошие колдуны все-таки существуют. Кстати, Нанок, это не настоящие собаки, это брат и сестра Грейвулфа. Брат? Сестра? Да, можешь доверять им. В конце концов, они ведь тоже колдуны. Ха-ха-ха-ха!